Баре – это прижатие одним пальцем несколько струн одновременно. Баре бывает большое и малое. Большое – это прижатие 6 и 5 струн. Малое – это прижатие 4, 3 и 2. Как ставить баре? Указательный палец должен быть идеально прямой. Прижимаем струны близко к металлическому порожку. Можно даже положить палец на порожек и наклонить палец в сторону головки грифа. Вот так. Далее проверяем струны. Но легче всего учиться ставить баре с малого баре. Прижимаем на пятом ладу 3 струны и проверяем их звучание. Распространенные ошибки при прижатии малого баре. Это прижатие из-за угла. Струны могут плохо звучать. Так неправильно. Нужно, чтобы указательный палец был прямой. Или с небольшим изгибом. Вот таким. С обратной стороны грифа большой палец параллелен указательному. Тренируемся на четвертом, на третьем, на втором, на первом. Начинайте тренировать баре с пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого. К первому, второму, третьему переходите позже, когда у вас начнет хорошо получаться на остальных. После малого баре переходите уже на большое баре. Прижимайте на пятом ладу 5 струн или 6 струн и играйте поочередно. Если у вас струна дребезжит, звук получается некачественный, найдите пальцем удобное положение, подвигайте его. Еще раз проверьте звук. Обязательно давайте отдых пальцам. Со временем палец должен стать жесткий. Тут должна эта часть отвердеть. Только у вас хорошо получается прижимать все 6 струн на всех ладах. Начинаем подключать к игре средний, безымянный и мизинец. Данное упражнение поможет выработать независимость пальца. Для начала ставим малое баре на 3 струны и прижимаем первую струну средним пальцем на 6 ладу. Играем ее. Далее поднимаем средний палец. Играем первую на 5. Далее вторую на 6. Далее третью на 6. Далее подключаем безымянный палец на 7 лад. Далее мизинец, также на 7 ладу. Далее можно придумать определенную комбинацию, какую вам нравится.
Далее можно добавлять мизинец на восьмой лад. Как только у вас хорошо стало получаться с малым баре, ставим большой баре, также импровизируем. Эти упражнения нужно регулярно отрабатывать для лучшего результата. И обязательно давать отдых пальцам. Если вы почувствовали напряжение или боль, обязательно встряхните рукой, дайте отдохнуть ей. Если боль не проходит, также чувствуется тяжесть, лучше прекратить игру на гитаре. На сегодня все. Увидимся в следующих видео.